Последнее воскресенье октября автомобилисты нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Среди работников этой сферы трудовые коллективы управления автомобильного и технологического транспорта. Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без автомобильного транспорта. Порой и не задумываемся о том, насколько нелегок труд водителей-профессионалов, тех, кто доставляет грузы, кто обеспечивает бесперебойную работу предприятий, кто трудится на пассажирском транспорте. Хорошо отлаженная работа автотранспорта – одна из составляющих бесперебойного функционирования всего народного хозяйства страны. Без автотранспорта немыслимо не только стабильное функционирование национальной экономики, но и повседневная жизнь миллионов граждан Республики Узбекистан. День водителей и работников автомобильного транспорта – это праздник для водителей, рабочих и служащих инженерно-технических автомобильных предприятий, автотранспортных и пассажирских автопредприятий, а также водителей такси и всех граждан Республики Узбекистан, обладающих водительским удостоверением и личным автомобилем. 20 октября текущего года работники управления автомобильного и технологического транспорта Алмалыкского горно-металлургического комбината отпраздновали свой профессиональный праздник. Виновников торжества поздравил председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» Абдулла Хурсанов, подчеркнув значимую роль автомобилистов комбината в выполнении производственных заданий и вклад в реализацию инвестиционных проектов. В связи с праздником, на основании приказа председателя правления ГМК, 10 передовиков производства, управления технологического транспорта и управления автомобильного транспорта награждены почетными знаками «Горняцкая слава» различных степеней, 28 особо отличившихся работников почетными грамотами, 30 – ценными подарками. Праздничную атмосферу дополнила концертная программа, подготовленная коллективами Дворца культуры «Металлург» с участием известного артиста эстрады. Қара сочы, жәмәлек, қара сүлфи, қайырылғаның.